pošto kad, ako bi se malo zadubili u problem, verovatno bi me zabranila i pola knjige. E sada... Ja, Pierestal, vjerit va što mnogo na savšćenu s djetstva. No ja vjerir na što to? Va što ja vjerir? Ja nikak by ne mog skazati. Vjeril ja i v Boga ili skorije ja ni atrical Boga. No kakova Boga, a by ne mog skazati. Не отринцал я Христа и Его учение, но в чем было Его учение, я тоже не мог бы сказать. Теперь, воспомня это время, я вижу ясно, что вера моя, то, что кроме животных исполнников двигало моего жизнью, единственная истинная вера моя, в это время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенство войны и какая была цель его, я был не мог сказать. Я страдался, совершенно оставать себя умственно. Я учился всему, чему я и на что на таклинная меня жизнь. Я старался совершенно вести свою волю, станав себя себе правила, которым старался следовать. Совещня восставал себя физически всякими упражнениями изучения сидя и носковать в яском ничтом и призя себя приносим и терпению. Исповедь Лев Толстой. Спасибо. Лев Толстой. Спасибо. И его исповедь против Бога, может, не...